Здравствуйте, меня зовут Казакевич Артем Анатольевич, и сегодня я проведу для вас урок по истории Казахстана. Прежде чем будет озвучена тема сегодняшнего урока, посмотрите небольшой видеоролик и попробуйте предположить, о чем же сегодня пойдет речь на нашем уроке. Урока «Развитие культуры в XIX веке». Исследовательский вопрос. Почему XIX век называют эпохой расцвета традиционных жанров казахского музыкального искусства? Цель урока – описывать особенности национальных музыкальных инструментов. Путешественники и исследователи культуры неоднократно отмечали певучесть и музыкальность казахов. Напевные мотивы, в которых слышится шум степи, горных водопадов, снежной бури, весеннего птичьего щебета, все это воспроизводят казахские народные инструменты. Давайте же познакомимся с ними подробнее. Казахские музыкальные инструменты разделяют на 4 вида. Язычковые шумовые, ударные, духовые, струнные. Рассмотрим подробнее каждый из этих видов. Духовые инструменты в этой категории занимают особое место. Вот наиболее популярные и почитаемые среди них. Сансырнай – духовой инструмент, который изготавливали из глины, смешанной с шерстью. Внешне он напоминает кулак или куриное яйцо. Голос этого духового инструмента воссоздает завывание ветра. Его часто использовали чабаны. СБСГ – это еще один духовой инструмент пастухов, внешне напоминающий свирель. Делался он из двух полых трубочек, изготовленных из тростника или отлитых из серебра. СБСГ достаточно длинный инструмент, до 65 см. Кирмей – духовой инструмент, использовавшийся в военных походах. Делали его из металла, его основная функция – сигнальная. Использовали его для поддержания духа кочевников. Бугашак – не только развлекательный, но и практичный музыкальный инструмент. Охотники пользовались им как сигнальным средством. Народные профессиональные композиторы создают мелодии для всех этих инструментов. Похоже на завывание степного ветра. Здесь можно научиться познать. Следующая категория музыкальных инструментов – струнные. Такая категория в казахской культуре широко представлена. Среди этих инструментов особо почитаются такие, как дамбра, адерна, кобыс, жетаген и другие. Давайте же посмотрим на них более внимательно. Итак, дамбра – это щипковый инструмент, визитка казахской музыкальной культуры. Для его изготовления используют древесину. Есть две манеры игры на дамбре. Одни исполнители ударяют по струнам, а другие пощипывают их. Адерна – один из древнейших инструментов. В его форме отобразилась воинственность кочевников, он напоминает изогнутый лук воина. Принцип игры на адерне так же, как и на арфе. Кобыс – это струнный музыкальный инструмент смычкового типа, который изготавливался из куска дерева, изгибая его таким образом, чтобы он напоминал ковш. Кобыс – инструмент, наделенный магическими и даже мистическими свойствами. Его звуки напоминают голоса животного. Жетаген – популярный сегодня инструмент, его часто используют в современных народных оркестрах. Он имеет прямоугольную форму, изготовлен из дерева. Внешний жетаген чем-то напоминает семиструнный гусль. Струны делали из конского волоса. Thank you.
музыкальные инструменты в культуре казахского народа издревле выполняли особую миссию, отгоняли злых духов, привлекали удачу и сопровождали воинов в походах и битвах. Эта миссия была возложена на такие народные инструменты казахов, как дангыра. Генетически это приспособление связано с бубном. Конструкция его проста. Металлический или деревянный ободок обтягивали специальной выделенной для этих целей кожей. Глухой звук ударов дополняли цепочки, которые вешали на обод с внутренней стороны. Применяли его в основном в обрядах. Даолпас – казахские литавры. Небольшое кольцо 30-сантиметрового диаметра с ручкой, который обтягивался с кожи с обеих сторон. Инструмент был звучным, поэтому им пользовались во время военных походов, в начале атаки, а также на охоте и для извещения о перекочевке. Шендауэл – казахский барабан. Использовали его в качестве оповестительного средства, созвали на охоту, давали сигнал о переезде и так далее. Именно этот вид музыкальных инструментов имеет исключительно национальные черты и свойства. Музыка таких инструментов напоминает разнообразные звуки степи. Они издают мелодичные звуки, которые легко складываются в завершенную композицию. Многие из них были наделены магическими свойствами. В древних времен до нас дошли такие казахские язычковые шумовые инструменты, как сатаяк, ритуальное орудие шаманов. Это посох, сделанный из крепкого дерева, верхушку которого украшали пластинами и резьбой. Эти детали при встряхивании бряцали, издавая таинственные звуки. Конрау, или колокольчики. Для усиления звучания на сатаяк вешали колокольчики. С 19 века шаманский посох теряет ритуальное значение. Кольца с конрау женщины стали использовать для убаюкивания и развлечения малышей. Шанкобыс – язычковый инструмент, напоминающий по внешнему виду миниатюрную лиру. Его прикладывали к рту и, выдыхая воздух и изменяя положение языка, вызывали резонанс металлических пластин. Так и рождались звуки разной высоты. Разнообразие музыкальных инструментов казаха свидетельствует о своеобразной культуре этого народа, его духовном богатстве. Они отображают религиозные взгляды народа, взаимоотношения кочевников с окружающим миром. Музыкальные инструменты демонстрируют интегрированность казахов в природу, а также лиричность народной души. Сегодня народные инструменты занимают почетное место в фольклорных ансамблях. Для них создают оригинальные композиции. Вопрос. На какие виды делятся казахские музыкальные инструменты? А теперь выполните задание. Заполните таблицу «Казахские музыкальные инструменты» и менее трех инструментов. По категориям название инструмента, к какой категории относится и краткое описание инструмента. Дорогие дети, вы получили самое основное содержание по новой теме. Другие материалы вы получите от своего учителя. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать учителю. Удачи в освоении нового материала, наши юные друзья!